Головной вуз Хакасии стал региональным центром поддержки технологий и инноваций среди участников семинара ученые ХГУ, ХТИ, Тувинского госуниверситета, сотрудники научно-исследовательских учреждений Хакасии. По данным статистики, ежегодно в мире подают около 3 миллионов заявок на изобретения, регистрируют почти 9 миллионов товарных знаков и дизайна новых видов продукции. До 80% капитализации компании составляет именно интеллектуальные ресурсы. Наша задача, именно основная роль – это содействие экономическому, социальному и культурному развитию государств-членов, которых у нас сейчас 188, на основе эффективного использования именно сбалансированной системы социальной собственности. Доля России в общемировом объеме заявок на патенты и товарные знаки пока невелика, это несколько процентов, но она постоянно увеличивается. Есть достижения в этой сфере и у ХГУ. Внедрение разработок в производство, в экономику, в социальную сферу у нас порядка 8 лет. Первое лицензионное соглашение, которое у нас было подписано тогда еще с Иркутским лингвистическим университетом, мы передали программу, обучающую английскому языку, ведущий вуз страны лингвистической системы по обучению студентов английскому языку. Ученые ХГУ внедряют свои разработки в области ветеринарии. Это лечение домашних животных новыми методами. Пользуются спросом и новые методики в области медицины. Мария Добрынина, Виктор Лушников, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.